4 сентября в Донецком парке Ленинского комсомола у монумента «Твоим освободителям Донбасс» прошла торжественная церемония принятия военной присяги курсантами первого курса 2016 года Донецкого высшего общевойскового командного училища. В этот солнечный день на верность республике и ее народу присягнули еще 142 курсанта. Хочу поздравить вас с этим знаменательным днем. Что такое есть присяга? Присяга – это клятва на верность. Наверное, своему народу и своему государству. Присяга принимается, как вы знаете, один раз в жизни. Поэтому хочу пожелать вам крепкого здоровья, терпения, удачи и мирного неба над головой. От всей души хочу вас поздравить. В этот торжественный день вы приняли присягу на верность своему народу, своей республике молодой. Желаю вам с гордостью внести тот обет, который вы сегодня приняли. Также в мероприятии приняли участие депутаты Народного совета ДНР, а также министр образования и науки Донецкой Народной Республики Лариса Полякова. Защищать Родину – это очень почетно, потому что от вас зависит обороноспособность государства, от вас зависит мир и покой на нашей Донецкой земле. Я хочу, чтобы у вас все получилось, и пусть вам сопутствует удача, а Бог войны будет к вам благосклонен. Я вас поздравляю. Друзья и родные новобранцев с волнением и гордостью наблюдали за торжественной церемонией присяги. Ведь каждый из первокурсников давал клятву чести и с этого момента становился на службу защиты государства. В двух словах вряд ли опишешь. Это не просто гордость, это понимание того, что твой сын действительно стал взрослым. Более того, он сегодня принял присягу, стал по-настоящему воином. Это уже не просто курсант, а это уже действительно рядовой. Да. Я очень горжусь своим сыном. Я не сомневаюсь, что он станет настоящим офицером, который сможет повести своих подчиненных туда, куда нужно, выполнить любую задачу. Ответственность, которую взяли на себя эти совсем еще юные ребята, действительно заслуживает уважения. Ведь далеко не каждый способен посвятить себя служению народу и быть готовым жертвовать собой ради других. Анна Триксель, Алина Боярская, Новороссия ТВ.